Приедешь, не вздумай ходить без толку. Спроси, где госпиталь номер такой-то. Спроси у первого встречного, не стесняйся. Пойми, спросить не стыдно. Опоздаешь, Георгий. Говорю тебе, опоздаешь. Будь молодцом. В дороге будь осторожен. Знаешь ведь, какое сейчас время? Смотри, не промокни, не простудись. Деньги держи в разных местах. Постой, застегни карман. Сыну привет передай, Георгий. Счастливого пути. Будь молодцом. Может, о сынишке моем разузнаешь, Георгий? Нет мне несчастной весточки от него. Иди в кабину, дядя Георгий. Куда такого богатыря в эту мышеловку? Давайте, помогите ему. Значит, едешь, Георгий? Смотри, Георгий, ехать далеко, так что будь молодцом. Дядя Георгий, может, моего Миху встретишь где-нибудь? Может быть, он еще... Слушай, Георгий, ты там со многими увидишься. Расспроси хорошенько, разузнай. Целый год воюем. Когда же думают прогнать этих немцев? Дядя Георгий, в тех краях фронт недалеко. Если начнут бомбить, лезь в подвал или в яму. Лежи и не шевелись. Спятил парень, какие там бомбы? Постарайся что-нибудь сделать. Может быть, хоть на короткое время отпустят его домой. Упроси врачей. Ранили парня раз, второй раз. Неужто не хватит? Город Дубово, госпиталь номер 1200. Ты что, молишься? Ну что, если хочет сердце, пусть помолится. Молись, Георгий, молись. Скажи хоть слово перед отъездом. А что говорить? Еду и все. Мотор не заводится. А ну-ка подтолкните. Георгий, без Годердзе не приезжай. Сделай все, как я сказала. От Советского информбюро. В течение 11 сентября наши войска вели упорные бои с противником западнее и юго-западнее Сталинграда, в районе Моздока, а также на Волховском участке фронта в районе Синявина. После многодневных ожесточенных боев наши войска
оставили город Новороссийск. Ой, Вась, надорвешься. Давай я тебе подморну. Ладно, не бабе это дело. Мешки таскать. Дубова возьмешь, а? Возьмешь? Видишь, места нет. Ну что, Василий Дмитриевич, долго еще? Сейчас. Ладно, садись, старик. Значит так, один билет до Дубова. А за поклажу особая плата. Хорошо. Лошадь это тебе не пароход. Ей любой нож в тягу. Да. Ну так что, готовы? Готов. Отдать концы. Полный вперед. Ну! Где у нас цветочек? Напои ребенка. Жарко. Ладно. Вот. Вот он. Держи. Созревает. А у нас нынче хорошая картошка уродилась. Да огород бомбы разнесло. Пришлось по картофель не собирать. Ты, ну-ка, подвинься-ка. Ишь, рассеялся. Ты что, к человеку привязался? Привязалась. Всем места хватит. Так их, Василий Дмитриевич. Бабам спуск никак нельзя давать. Набрал мешков-то. Слышь, а что у тебя там в ковре? Богато живешь, старик. Сынок, ты поспал маленько, а? Да, что-то я нынче притомился. Ложись. Спасибо. Здорово шагаешь. Послушай, а вот почему ты не в армии, а? Какое мое дело, армия? Это ты должен воевать. Молодой. Слушай, старик, у тебя закурить найдется? Есть. На-ка. Сейчас. Тише. Да. Ну, слов нет. Хорош. Продай. А? Возьми это. Просто. Вот. Да ты не скупись. Вон у тебя сколько. Давай. Сын у меня здесь. Дубова. В госпитале лежит. А что, раненый он? А? Раненый он? Да. Для чего? Есть он. О, Господи. Слушай, папаша, что у тебя за табак какой-то? Крепости никакой нет. Вот вкус есть, а крепость... Хороший. На. На, забирай. Нет, возьми, хороший. Забирай, забирай. После, после махорки накашляйте. Ну-ка. Да. Во. Старик, вот господи. Это, да? Да. Давай. Я тоже помню. Так. Вот. Альбирчик возьмем. Дедушка.
Здравствуйте. О, почему беспокоишься? Ну, я сам. Ничего. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Ну, Давидович. Пока. Сынок, поехали. Моему. Правда, сколько надо? Будь здоров, папаша. Счастливо. Ну! Камаджоба! Здрасте. Здрасте. Здесь это... Да, регистратор. Я... Сейчас. Хирург в операционной. Слушаюсь. Есть. Вы к кому? Да дверь закрывать надо. Сын мой. Здесь. Какая палата? Как? Палата, говорю, какая? Раушилю. А? Имя и фамилия. Махарашвили. Годерти. Так. Высокий такой, фамилька красивый. Как? Фамилька. Махарашвили. Годерти. Понял. Вот. Да. Махарашвили. Годерти. Понял, понял. Махарашвили. 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 О, есть. А? Махарашвили. О, хорошо. Молодец, молодец. Выписан часть. Нет его, папаш. А? Выписался. Как? Нет его. Как нет? Слушай. Нету. Что нет, слушай? Сейчас есть. А сейчас уже нет, да? А? Фамилия есть, а человека-то нету. Почему нет? Выздоровел, вылечился и уехал. Ту-ту. Куда уехал? Слушай. Часть к себе. А? Часть, говорю, уехал. Как уехал? Я не понимаю. Ну, я не понимаю, что тут непонятного. Выздоровел, вылечился и уехал к себе в часть. Покажи. Вы что, мне не верите? Я верю, верю. Я сам. Покажи. Вот люди. Вот, выписан 16-го. Давай сюда. Книгу куда, папаш? Ну. Подожди, слушай, подожди. Ну что, убедились? Ну, убедились? Нет. По-русски читать не умею. А для чего же книгу-то брали? Вот люди. Ну, ничего, папаш, бывает. Вы бы лучше радовались, что вашего сына подлечили, что он здоров теперь, и торопились бы на поезд, а то у тебя опоздаете, и еще сутки ждать придется. Такое, слушай, куда ты? Что такое? Выход? Вон там. Если ты знал, откуда я еду, тогда не сказал мне такое. А что я такое сказал? Что я сказал? Я сказал, что? Нет вашего сына, выписали его, и все. Ну... Что, мой сын неправду сказал, да? Нет, я не знаю. Держи. Что держи? Вот здесь, вот письмо, он пишет, он ну, здесь. Ну, это я не умею читать. Если не умеешь, тогда не надо. Пойдем, пойдем. Мой сын никогда не обманет. Ну, нет. Куда ты туда нельзя? Подожди, нельзя. Слушай, понимаешь? Я приеду. Куда ты приедешь? Подожди, приеду. Ничего не понимаю. Стой, папа! Слушай, стой, папа! Ты что, ненормальный? Что? Туда нельзя. Почему нельзя? Там операционная. Ну, я тогда. Без халата нельзя туда. Давай халат. Не дам. Не надо тогда. И вообще, папаш, пока нас с тобой никто не видел, пойдем отсюда. Подожди. Подожди, слушай. Пойдем. Подожди, слушай. Подожди. Ну, что мне? Сперва я. Ну, ты меня послушай, пойдем. Сперва я скажу, потом ты. Ну, хорошо, говори. Ну, я. Говори. Слушай. Подожди, что же я знаю, сейчас лучше знаю, подожди. Операционный этаж.
Товарищ доктор. Что здесь происходит? Товарищ военврач, да, товарищ военврач, я не виноват, он сам сюда ворвался. Я ему говорю, сюда нельзя, а он меня не слушает. Я ему говорю, здесь нет вашего сына, его выписали, а он мне не верит. Подождите. Жду. Почему вы ему не верите? Вот именно. Я, товарищ доктор, знаешь... Я сколько ехал. Ехал. Да. Я поездом ехал, ехал, ехал. Потом машина ехал. Лошадь тоже ехал. Да. А он говорит, что мой сын нет здесь. Выписали, нет его. Подожди, слушай. А я... Ну, тогда... Хорошо. Ну, потом жена спросит еще там другой. Видел Годерц? Да. А я... Ну... Товарищ военврач. Раненых привезли. Как чувствует себя капитан? Плохо. Не переставая просит пантопон. Иду. А это товарищ доктор. Покажите ему палату, где лежал его сын, только есть. Халат не забудьте. Есть! Ну да, Годерди. Годерди. Да, только у него усы еще больше теперь стали. Да, это он. Он. Годерди. Да. Это его танк. Здесь. 416. Правильно, 416. Ну, вот, правильно. Хорошо. А сомневался. Ну, вот. Да. Это. А где он это? Лежал здесь. Папаш. Тут. А? Здесь? Да, да. О, хорошо. Хорошо. Ну вот. Ты тоже скоро поправишься, это счастливый кровать. Не сомневайся, а? Не сомневайся, папаша. Да. Вылечили его, да так вылечили, что когда он в клубе танцевал, мест не хватило. Хорошо танцевал. Ух, здорово, как птица. Послушай, отец, ведь ты же можешь с ним повидаться. Ведь его часть Демидовой стоит. Ну да. Ребят, когда наведывались к нему, говорили, твой танк, мол, скучает по тебе. Съездил бы к нему. Как это? А где это? Демидова далеко? Демидова-то? Да ты не, здесь, не здесь, далеко. Рядом, рядом, рядом. А на станции точно узнаешь. Ага. Да. Ну, а кто скажет на комендант? Комендант, да, все скажет. Комендант, это такой... Не-не-не. Я знаю, это комендант. Да не, такой... Что, никак... Ну, что, да ничего, тут нормальный комендант. Скажешь, что ты? Еще пропуск даст. А, да? Да, обязательно да даст. Да даст, 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 папа. Даст, фотографию покажешь, даст. Ну, хорошо. Тогда я поехал. Ну, хорошо. Ну, я поехал тогда. Ну, поехал. Счастливо, папа. Ну, привет. Хорошо, подожди. Вот это мой сын Годерди подарок присылает. Зачем? Здесь это чурчхелла на зукеме. Потом еще вино немного. Ну, я поехал. Ну, я поехал, поправляйся. Поправляйся, молодец, молодец. Ну, будь здоров. Счастливо, поправляйся. Счастливо. Подожди, слушай! Когда? Поезжай! Поезжай, ты, Грузия! Грузия! Я не Грузия! Когда? Тьфу!
Курить хочешь? Курить, курить! Нет, нет. А сюда зачем приехал? А? Приехал зачем? Отстань, слушай, что тебе делать нечего. Ну, закурим, а? Не куру, дорогой, не куру. Зря. Не следует в жизни отказываться ни от одного удовольствия. Зачем сюда приехал? Сын мой здесь, госпиталь. Угу. Раненый пил. И, говорят, выздоровелся. Поехал прямо на фронт. Я не видел. Не успел. Не повезло. А... На фронте судьба все. Вот на фронте тоже был один грузин. Танкист? Нет. Веселый такой озорной парень, песни пел. И вот когда мы в Мелитополь брали, попали в самое пекло. Мины рвутся, носом землю роем. Вот мина как трах, и все. Как его имя? Его. Кого? Грузин? Да. Какое там имя? На фронте всех одно имя. Здорово, солдат. Прощай, солдат. Прости, отец, что я болтаю много. Я после контузии долго не мог говорить. Угу. Только что из госпиталя вот сразу... Какой? Это? Нет, это в другом городе, далеко. Что ж ты в госпитале не узнал, куда сына? Какую часть направили? А? Как не узнал, слушай? Что я тогда узнал, если это не узнал? Вот здесь совсем это близко... Это... Демидово. Демидово. Хоу. Так Демидово. Это совсем рядом. Конечно, слушай. Два часа езды на любом попутном машине. Я говорю, слушай, здесь близко сын, покажи, покажи. Нет, нет. Ты что здесь сидишь тогда? Что я сижу, слушай. Говорю, здесь начальник, ну, говорю, пропусти, пропусти. Нет, нет, нет. Вчера целый день там, главная станция. Комендант, дорогой, пропусти, вот здесь документ. Ну. Нет, говорит, нет. Это документ до сих пор. Сюда нельзя, говорит. Отсюда опять поезжай домой, говорит. Вот смотри, плюнь на эти бумажки, посмотри. Если сейчас остановится, можешь сесть и через два часа будешь в Демидово. А? Что, слушай? Ну? Нет, нет. Жаль, подумай. Нет, нет. Ну что, решил? А? Решил, говорю! Не могу, нет! Ах ты! Ну будь здоров! К ребятам тороплюсь! Ладно! Ты что здесь бродишь? Что? Я здесь гуляю. Вот еще. А потом отсюда погуляй туда. Да ну у тебя. Мое дело. Здесь. Ее. Отец! Ты, может, надумал ехать? А? Ехать надумал? Решай скорее. Ну, решай. Нет. Ах ты, в Демидово, понимаешь? Ну. Документ нет. Опять про эти документы. Да плюнь на эти бумаги, батя, ну нет. Что ты как маленький? Вот. Документ. Ну, что же? А ты лезь скорее, пока не чистил. А? Быстро лезь, ну. А? Батя. Давай познакомимся. Аркадий Ершов. Махарашвили. Георгий.
не веришь своему брату-солдату, что ли, да? Отведу куда следует, там выяснят. Эх ты! Ну, убери! Убери Минцовку там! Хватит тебе! Связываться неохота, чтобы накостылял тебя по шее, по всем правилам. Только попробуй! Ну, попробуй, попробуй! Ложись! Папаша! Папаша! Давай, вставай! Опоздал уже! Надо идти! А? Давай, помогай! Что тут происходит? Задержан в расположении части с недействительными документами. Пропуск у вас до Дубова. Как вы сюда? Товарищ начальник! Я ехал отец! Поезд, машина ехала. Отец, подожди. Да понимаете, товарищ полковник, он приехал к сыну в госпиталь, а сына выписали в часть. Часть находится в Демидово. Ну вот он и поехал. Не время в гости ездить. Поезжай обратно домой. Товарищ начальник. Демидово отец уже немцы. А? Поезжай, поезжай, старик, домой и жди сына! А ты домой, что? Назаров! Устрой старика с ночлегом и утром отправьте с какой-нибудь машиной! Есть! Значит, Назаров, да? А как зовут тебя? Николай. Николай? Ну что ж, Коленька, исполни приказание полковника, да? Пошли. Ну вот, вот. Отец, пойдем, пойдем, пойдем. Давай, взял, давай. Пойдем. Пошли, отец. На, закури. Я говорил, что все хорошо будет. Сейчас сам из госпиталя. Отец, пойдем скорее. К ребятам пробуйся. Ну, а как Вася Коноплев? Васю под Калачевым убили во время бомбежки. А Петро, земляк мой, как? Петро, Петро отвоевался уже. Из дому письмо прислал. Дочка у него родилась. Ну, да. И вообще ведет гражданскую жизнь. Работа, семья постепенно отсыпается. Так и мы раньше жили, не находили в этом ничего особенного. Руку ему в госпитале ампутировали. Ну, ну, это хорошо, хоть жив. А как старшина Коробейников? Ивана Ивановича уже нет. Как же все это случилось? Ранили его сначала. Аннушка потащила его в тыл, и обоих мина накрыла. Славная была девчина. Боря, спать. Я это... Спать, спать. Боря. О, Господи. Хоть кто бы сказал, оставаться ли нам тут, или уходить, пока не поздно.
сказал я, слышь, не надо ехать. Нет, езжай. Вот тебе и езжай. Куда езжай? Пепер. Здесь женщина стреляет, мальчишка стреляет, здесь все стреляют. Мой сын уже на сами пронто. Куда меня сейчас езжает? На сами пронто. Аркадий! Я сам!
глазам! Беги! Еще немного. И все хорошо будет, Аркадий. Все хорошо будет. Потерпи, дорогой мой. Подожди. Васильева в полку осталось 640 активных штыков. Хорошо бы ему подкинуть две батареи ПТО. А от кого их взять? А от Петрова нельзя? У Петрова самое танкоопасное направление. У Васильева хоть левый фланг балкой прикрыт. Танки там не пройдут. Седьмой. Говорите. Говорите. Категорически против. Не принимает. Товарищ лейтенант, старик с нами не первый день. Я всю дорогу сейчас. Все мы знаем, что он воевать сможет, не хуже всех нас. Мы все вас просим. Помогите. Прекратите разговоры. Товарищ лейтенант, доложите, что я беру его под свою ответственность в свой взвод. Доложите, да, хороший человек. Разрешат зачислить. Уверяю вас, он нам совсем не помешает. Да даже наоборот, он крепкий. Все вас просим. Попросите еще раз. Ну, подождите. Попробую еще раз. Порядок. Говорите. Лейтенант, я же вам сказал. Что такое? Да так, ерунда, не стоит время тратить. Ну, а все-таки? Да старик тут один грузин привязался. Хочет, чтобы я его в часть взял. Я ему объяснял, объяснял. Ничего слушать не хочет, упрям как. А где он? Он здесь, товарищ генерал, третий день войти просится. Так позовите, пусть войдет. Есть! Старик, давай!
Ты чего такой сердитый, отец? Потому что я умное слово хочу слышать. Наконец. А здесь я только слышу, что ты старый. Тебе трудно будет здесь. А что, молодым легко, да? Вот, девушка, легко? Почему вот им это восьмой можно здесь это восьмой воевать? А мне нельзя. Ну почему? Ну почему? Почему? А сколько ж тебе лет? Какое твое дело, слушай, сколько мне лет? Мой отец 115 лет жил и всегда был молодец. Да поймите же вы, ведь я вам объяснил. А вдруг вы попадете в плен? Да немцы же на весь мир раструбят, что большевики уже стариков в армии берут. Это же важное политическое дело. Слушай, почему ты все время говоришь это плен, плен, плен? Кто собирается плен? Я не собираюсь. Может быть, ты собираешься. Ты, наверное, все-таки не представляешь себе, отец, как это тяжело быть солдатом. Давай бороться. Если кто-нибудь меня здесь сейчас поборол, то тогда я ничего не скажу, прямо поеду домой. Дает, старик. Нет, не надо смеяться. Молодец. Вот давай бороться. Давай. Может, попробуют? Разрешите, товарищ генерал. Это мальчик, я не могу с ним бороться. Можно мне, товарищ генерал? Вот это хорошо. Ну, давай. Давай. Вот, отец. А? Не надо бороться. И так вижу, ты человек смелый. И должно быть не слабосильный. Убедил. Оставляем тебя здесь. Желаю тебе воинского счастья. Человек, дрова-ка принеси. Воды принеси. Мужчинник. Махарашвили! Почему ты здесь? А, слушай, воевать, что? Почему ты бросил пост? Какой это пост? Это давай вода, давай дрова. Это пост называется. Я приехал сюда. Стирать или воевать? Махарашвили! Вы подрываете дисциплину. Немедленно отправляйтесь на пост, слышите? Чтобы воевать, нужно все знать. Ни один человек не может научить меня, как надо воевать. Мой отец воевал. Его отец воевал. Его отец, его отец воевал тоже.
Не торопись, и в бой попадешь, успеется. Слышь, наизусть знаю я, товарищ начальник, как надо воевать. Что здесь такое? Вот. Вперед, кали, раз, два. Назад, контакт, раз, два. Вперед, кали, раз, два. Внимание. Приготовились? Приготовились. Сигналы. Сигналы. В атаку. В атаку. Не видишь, люди спят. Тоже мне красавица нашлась. Катись отсюда. Ну что там? В чем дело, товарищ старший сержант? Мне ведь приказали новогодний ужин вам доставить. Я артистов вот вам привезла. Не шуми, все равно никто не встанет. Вымотались ребята за трое суток начисто. А как же Новый год, а? У меня что-то вино и подарки есть. Ну, товарищ старший сержант, ну... Да нет, господи. Придется подождать. Ну. Так это вы артисты? Да. Концертная бригада дивизии. Я не понимаю, в чем дело. Нас специально направили к вам, чтобы провести концерт, как особо отличившейся части. А тут еще... Концерт. Это хорошо. Давно нам обещали. Да. Но мы еще должны утром в 3-м батальоне выступать. Куда ты? Жалко будет ребятам, если вы уедете. Ну, ладно. Начинайте. Что же начинать? Играйте. Виноват. Перед кем же мы будем играть? Аудитории. Аудитории нет. А это кто? Ведь они же спят. Ничего, хорошую музыку и во сне услышишь. Раз приказано, выполняйте приказания. Ну, товарищ. Разговорчики. Слезайте. Что играть? Сыграйте что-нибудь грузинское. Можете? Ну, конечно. Давайте. Можно? Начинайте.
Раз, два. Что ты делаешь, отец? А, сон прогоняй! Хочешь попробовать? Давай! Полетели Гитлера бомбить. О, магист, это вот. Чего-чего? Гитлер-номат, это твой Гитлер! Азаров, Горбатенко, Лобов, Махарашвили, на боковой дозор! Есть! Есть дозор! Местность открытая. Осторожно. Пошли.
Что нашел, отец? Земля. Слышь, хорош. Жирный такой. Заметили, наверное. Гады. Слышь. Николас, что с тобой, слышь? Вот он говорит. Давай, говорит. Уже пора, говорит. Понимаешь? Уже весна пришел, говорит. Уже это... Надо. Сеть? Да. Нет, слушай. Сперва это... Пахать? Да. Сперва пахать. Да. Это, понимаешь? Сперва пахать. Потом сеть. Пахать, сеть. Пахать, сеть. Уже. Чего, отец? Николас, видишь, уже пришли. Слушай, вот это, как она называется? Вот это. Николас, Николас, бичок. Видишь? Ребята! Сюда! Сюда! Что ты кричишь? А я не кричу, отец. Сюда! Давай. 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 Давай, товарищ старший сержант, дошли до государственной границы, Союз Советских Социалистических Республик. Давайте поднимем. Давайте. Подожди, подожди. 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 Вот, давай. Взяли. Давай. Андрей, 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 ну. Да. Так, вот так. Вот. Еще. Вот. Еще. Вот. Так. Это ма. Витя, куда ты? Отец! А? Отец, сын-то живой, значит. Он здесь, слушай. Сюда 3 года ищет. Это мой сын здесь прошел.
Я его найду! Слушай, уже! Молодец он! Я его найду здесь, близко! Он, слушай! Поехали, сержант! Хорошо! Инак сайдан гачти. Ты откуда взялась здесь, лоза любимая? А? Рамарчвенам мугихвана акха. Ше ищиан. Шена. А? Шенха. Ве. Как обрадовала меня родимая. Слушай, сынок, я... Между прочим, в армии положено обращаться друг к другу по фамилии или по званию. Я старшина. Есть. Разрешите я обратиться, товарищ старшина. Я вас слушаю. Дружок, дорогой, понимаешь, что сын у меня здесь. Я его ищу. Танкист он. Как фамилия? Махарашвили. Кудерти. Высокий такой, красивый. Состав? А? Я спрашиваю, рядовой или офицер? Лейтенант он. Нет, такого не знаю. Нет, а? Механизмы поворота отрегулированы. Разрешите проверить на ходу? Вылезай, сам быть, проверю. А может быть, он знает, а? Слышь, ты не знаешь, сына ищу я здесь. Ну? Танкист он. Как зовут? Махарашвили, Кудерти. Как? Кудерти, Махарашвили. Нет. Такого не знаю. Нет, а? Нет. Красивый он такой, а? Мы все, отец, красивые. Да, правильно. Хорошо. Нет, старший лейтенант он. А? Не знаю. Нет такого. Нет. Ты что, с ума сошел? Лезешь под самую машину? Это я сошел с ума или ты сошел с ума? Что ты сделал? Слушай, это же виноград, не видишь? Что, что-то особенного? Щенок, ты! Как вы смеете? Смирно! Вы что, не подчиняетесь команде старшего? Серегин, ко мне! Убери этого старика, или я за себя не отвечаю!
Я тебе покажу! Уходи отсюда. Подожди, слушай. Уходи, тебе говорят. Отойди, я тебе говорю. Уходи. Отойди! Ну, вот еще. Давай. Ребята! Иди сюда. Иди, а посмотри. Посмотри, что ты наделал здесь. Посмотри. А? Человеку ударил. Что ты сделал? Что? А? Не видишь, что здесь виноград? Что у тебя дороги нету, да? А ты видел, что они у нас делали? Это они делали. А ты? Что? Фашистом стал, да? Иди сюда. Вот немецкий мальчик. Иди. Стреляй. Стреляй. Скажешь тоже. Что я, фашист, что ли? А виноград тебе не жалко, да? Это же живой, слушай. Ему не больно, да? Ты его не сажал. Ты его не пахал. Ты только виноград кушать любишь. Такой молодой, еще ни одно дерево не посадил. Такой сад портишь. Не стыдно тебе? Ну ладно, отец. Ты тоже лишнего на себя не бери. Тут война, а не парк культуры. Пошли, отец. Давай назад. Давай танк назад. Поехали, Саш. Давай назад. Что мрачнее, отец? Мрачнее, говорю. Устал я, верно, товарищ старший сержант. Вот думаю я, какой стал теперь мой сын Кудерти. Он был такой добрый. Первые два этажа занимают немцы, а на третьем укрепились наши. Задача вашей роте – уничтожить врага и освободить наших. Есть. Рота вперед! За мной! Ура! Вася! Ура! Вася! Ура! Их не перестрелять! Предупреждаю, наши! Эй, ребята, не робей, да здесь! Ну, раз ты уже здесь, нам нечего бояться! У нас уже места!
Внимание! Слушайте все! Во избежание напрасного кровопролития командование Советской Армии предлагает вам, окруженным в городе и блокированным в домах немецким солдатам и офицерам, прекратить огонь, немедленно сложить оружие, поднять белые флаги и сдаться. Командование Советской Армии гарантирует всем вам жизнь и безопасность. Оно обеспечивает вам нормальное питание. Всем раненым и больным будет оказана медицинская помощь. На обдумывание этого ультиматума и сдачу вам дается 2 часа. Все не сдавшиеся в этот срок будут уничтожены. Время ультиматума началось. Сейчас московское время 23 часа 30 минут. 14 апреля 1945 года. Прекратить огонь! Понимаете, что прекратить надо уже. Прекратить огонь! Николас! Раз, чтобы прекратить, бичо! Прекратить! Уж! Когда приеду домой, лягу в постель и буду спать, спать и спать. А я думаю, никого не предупреждать. Заявлюсь, как снег на голову. Там, у нас во дворе, сзади, есть калитка. Вот через нее я и войду. Только Нюрка, наверное, все равно увидит. Такая глазастая у меня сестренка все замечает. Ты грузин, парень? Да, грузин. Откуда? Из Гурджани. Одерзи, сынок. А ты кто? Георгий я. Георгий, отец твой. Наконец я встретил тебя. Откуда ты взялся, отец? Как сюда попал? В
Все расскажу, сынок. Отец! Осторожно, подожди! Не двигайся! А как там мать? Кто знает? Пишет, что хорошо. Сынок! Эй, Годерзи! Годерзи! Здесь я, отец. Ну, смотри, сынок. Теперь береги себя. Еще немного, и тогда... А где твой танк? Подбили, отец, вот перед этим домом. На что он тебе, сынок? Все равно скоро конец войне. Долго ли еще? Полчаса осталось им на раздумье. Лежат. Человеку не дают с сыном встретиться. Отец! Отец! Здесь я, сынок. На Лозанне у нас дожди, наверное. А что лучше весеннего дождя, сынок? Как наш виноградник? Твоя лоза оказалась удачной. И вино доброе дает. Опять начали. А хорошо не ложись! Ложись! Идем! Подальше! Thank you.
мамой. Отец. Как ты вырос, сынок мой? Ничего. Какой ты стал большой. Матери твоей, что сказать, сынок? Thank you.